Всем привет, друзья! С вами Кенни. Мы отправляемся на рейд. Местный рейд у нас идет с фриплеем. Итак, поехали. Первый чел у нас идет. Какие-то испанцы. Let's go. Все, ребят, заходим. Окей, заходит. Я скажу сейчас, где мы появимся. Мы снизу. Лево низ. Мы левый вверх, ну, по центру на 9 часов. Угу. Мы же идем часов. К вам. Давай, проверим. Это лево надо идти. На 9 часов? А, ну да, все правильно. Ну что? О, нормально, смотрите. О, все, только на домашней. Да. Ну все тогда, что, погнали? Сейчас топоры еще сделаю простые. Да, вот можно здесь. Только вот. Крепкие. Не руби крепкими. Так, смотрите, аккуратнее. Давайте кучнее, ребят. Не открывай, зачем ты тратишь эту отмычку? Вон чел, надо прям. Надо сферу, по идее, охранять, чтобы они не включили. Есть, они голые, да. А сферу только тут включать можно, да? Да. Надо прийти. Но по центру только. Поэтому вы пока решайте. Давайте парочку человек здесь поставим. Давайте. Короче, начну рубить главу, думаю. Да, есть камень, вижу. Я вижу. Ладно, рублю. Короче. Ребята, охраняйте сферу. Кто-нибудь со мной один еще здесь останетесь? Кучнее, держитесь кучнее, подождите. Ой, смотрите, что здесь происходит. О, вот это экшен. Вот это да. Так, у меня стак отмычек есть с собой, если что. Посмотрим, насколько хватит. Надо охранять сферу, чтобы не врубили реально. Ну давайте, что, я приступлю к открыванию, если хотите. У меня стак есть с собой, есть что еще. Так, следите за этими парнями. Начинали у нас? Открывай. Среднего начну тогда. Давай. Якутия, ребят, останьтесь кто-нибудь один. Я посмотрю, мне только лут надо глянуть. Потом это уже поделим, посмотрим. Там кто-то лазит. Ну, я думаю, вряд ли что здесь будет. Хотя, хрен его знает. Я как открою, брать ничего не буду, посмотрите. Хорошо. Привет. Ой, мне кажется, что-то мы мимо кассы лупанем. Сколько здесь гробов? 3, 6, 9, да? Да. Угу. А простые ты не брал, да? Простые нет. Ну, точнее, вторые. Так, ну, можете сами посмотреть. Это ни о чем. Стоит дальше открывать, нет? Синька. Нет, ты чё, сумочки вон, ребят, возьмите снизу. А, там внизу, что ли, было? Да, там синька есть. Сумка есть. Ну чё, давайте можем дальше. Давай дальше попробуем. Сумка, синька. На Одина сет можно, в принципе, попробовать. Ну что, откроешь двери? Откроешь? Держи, Рузал, держи дверь. Держи просто. Я попробую здесь прорубить. Да что ты делаешь? Держи, сейчас посмотрим, что здесь. Ну, немножко волосов тут есть. Такое себе.
пусто. Все, отходим назад. Пошли посмотрим, что за лут. Так, смотрите, стак отмычек ушел. Могу сбегать еще принести. Решайте сами, давайте. Подожди, а где ты открыл? Вот этот угловой правый. Неси, неси отмычки, неси. Ну давайте, тогда попробуем. Я пошел. Здесь, ребят, бомбы, флаконы, вот мы, я возьму 18, можете здесь так взять флаконов, угловой, правый, кто-нибудь смотрите. Сейчас я еще принесу. Возьми еще этих, вторых, есть ли, есть там отмычки у нас? Да, есть вторые отмычки. Возьми, посмотрим. Вы пока, может, соседи это зачекаете, что там, ну, в смысле этих, его. Я могу порубать. Закладывать. А, вижу, вижу, смысла нету рубить. Так, я сейчас попробую средние вот эти вот открыть. А, ну давай, пробуй. Здесь камень. Угу. Так, вообще... Пусто. Вот это пустая комната, кстати. Бинты, если... Но могу поменять только. Они, наверное, уже все вынесли или куда-то... Может, перенесли, да-да-да-да-да-да. А куда, кроме Одина, они могли перенести? А кто-то там ну, дверь держит. Хлам какой-то. Покажи. Пусто. Ну да. Так, вот здесь вот еще можете взять. Ну, топорики по одному давай возьмем. Молот по одному возьмем. Здесь дерево. На простые топоры, в принципе, пойдет, если что. Угу. Ну что, второго левела брать отмычки? Не, наверное, не бери тут. Олег откроет тогда все здесь. Хорошо. Так, тоже хлам. Угу. Это в основном, наверное, этот хлам будет. А есть. Вот здесь вот зеленка, но битая. Не, ну почему? Вот арбалетик. Так, можно... фиолетка-то же где-то у них должна лежать. Хоть есть. Какая-то. Есть, ребят, топоры. Кто-то спрашивал, крепкий топор есть. Вы поешьте здесь. Фиолетка, да, должна быть. Еда есть. Так, я топоры выложил. Надо забрать их, нет? Не, не надо. Да, еда. Так, по мелочи все. Сопротивляются. Ну, здесь так, ресы обычно. Угу. Ладно, я... Открывайте здесь, я пойду попробую там еще прорубить. Кто-то мне говорил про крепкий топор. А, вон. То же самое, клещи, железные детали, все такое. Мусор, да? Да, ничего такого. А, вот он. Давайте прорублю. О, и тут гробы есть. У тебя простые отмычки есть, Олег? Да, есть, так. Во, давай, как раз сюда. А ты где? С левой стороны. Так, ну что, я продолжаю открывать гробы, нет? Да, давай попробуем. Решение. Давай, Олег, ты там открывай. Хорошо, буду здесь. А мы здесь посмотрим. Давай, может, я тебе помогу пооткрывать. Давай, я тебе сейчас кину. Ну. На. Следующий бери. Угу. Да, скорее всего, перенесли. Ну что нет, там? Хлам обычный. Хлам? Да. Ну тут... Ну вон, посмотри. Стас. Кирка. А, ну снизу один кулон, одно кольцо. Ну здесь тоже хлам. Ой, смотрите, донатный призыв охотника. Гроб открылся с первой тычки. Нормально так.
Портовый ты. Серьезно, он верхний открыл быстро. Да, где-то у них что-то тут есть. Фиолетку-то они где-то должны скрывать. Где-то заныкали, да-да-да. Железки, главное, если у них нет, значит можно найти. Не, я думаю, они бы защищали хотя бы, знаешь. Все, этот что-то не поддается, бро. Бывает. 60 отмычек на гроб бывает. Да-да-да. Ну и сколько мы тогда посливали, вообще жестко. Может где-то с края у них что-нибудь стоит? Так, пятый открылся. Открылся? Ничего не было? Да, цветочек один. А еще гробы стоят, да, у них где-то здесь? Гробы с левой стороны еще есть. О, со второй отмычки открылся еще один. Большая сумочка есть. Кулоны. Кулоны два деревянных, все. Ну, пробую еще слева тут открыть. Не поддается. То же самое. Два гроба. Можно вдвоем. Вдвоем, смотри, сейчас можем попробовать. Давай. А те гробы не открываются? Нет. Ну разрабы молодцы, конечно, придумали. Можно потратить и 5 стаков от. Да, 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 да. Все, я все слил. Призыв охотника. Точнее, не донатный, а дюпанный. Вот здесь, если можете посмотреть. Ну, он видно сверху, у них территория большая, пустая. И там пустая. Да, здесь в основном пустая. Может, на волков еще сходим? Полтора стака в минус. Ну, здесь мы все открыли. Здесь нет, пусто. Не все, еще гробы. Да, да, да. Три. Этот упор. Может, когда они дюпаные, они не открываются. Не, хотя, ну видишь. В этой игре, наверное, уже все дюпаное. Дюпаные открываются за милую душу. Хамить начал. Сейчас Рузаль еще отмычки принесет. Попробуем открыть. Два правых осталось нижних. Да-да-да, вот это. Где рубить? Смотри, какой упорный. В нем особо ничего нет. Я еще даже не знаю, где рубить. Я его открыл, Стас, ты видел? А, ну да, вот. А, ну здесь преподношение. Не, ребят, не тратьте, наверное, отмычки. Не трать. Не надо. Я думаю, нет смысла. Я думаю, можно еще порубить, посмотреть, где у них что тут есть. Хотя здесь уже больше и нифига и нету. Блин, скорее всего, да, может, поуносили куда-нибудь. Куда, вопрос? На Одина, может. Ну, на Одина, во-первых, много не положишь. О, открылся. Ну что, пусто? Нет, не пусто, но ерунда. Угу. Ну, зачем, блин, эти... Не, ребят, я думаю... Последний гроб остался, я сейчас уже открою. Угу. А, этот я открыл. А, да, здесь две сумки есть, можете взять топовые. Не, выберите, мы взяли одну. Вот здесь еще гроб есть, ну не знаю, стоит его? Да не, не стоит. Я думаю, тут смысла нету. Вот здесь возьмите, дерево лежит, ресы. Два стака, три стака дерева. Вот здесь. Тут зеленка, лук. Еда здесь, если что, ребят, вот здесь еда. Тут можете поесть, если у кого-то проседает что.
Ну что, я могу сказать, здесь как бы очень много всего интересного, только гробы, но ничего вкусного здесь нету. Предлагаю сходить еще на Вульфа. Че думаете? А волков можно, в принципе. Поехали, разгрузимся и там встретимся. Окей. Погнали. А мы нижнего еще тут не рубили, да? Можем попробовать. Я вот думаю, что... На 6? Да. Да, реально, давайте, может, попробуем. В принципе, он большой. Да, что-то видно. Пары только я выложу. Есть? Ну, обычно есть у него там лежали, если что. Вот здесь, может, как-нибудь и можно... По дверям пойдем или как? Да, давай. Лучше по дверям, да, ломать. А, там печь, я вижу, горит. Да, там печь, видимо. А что у меня по топора? Ага. Давайте вот эту, ага, нижнюю. Вот эту давай подберем. А вот камень. Пробуй открыть. Еда. Стой, держите дверь. Отлично. А, красавцы. Заходи. Открывай. Да тут дорубите уже одну стенку, вот эту. Тут осталось два удара. Ну давай, ладно. Так, ну здесь реса есть. Ну, скажи. Так, а, следующий он открыл даже дверь. Ну да. Он просто везде пооткрывал. Здесь пусто. Стой, может дальше пустят? Ну, они, смотрите, вроде бы как вынесли совсем его. Ну да. Блин, подожди, я попробую здесь. Хотя смысл, да, лучше оттуда рубить. А что у меня по крепким топорам? У меня он скоро сломается. Потише, приглушить микрофон. Реса? Ну так, цепи и все такое. Не, ладно, может не будем терять время. А здесь только камни душ. Да возьму стак, мало ли пригодится в следующей обнове, а то бывает такая фигня. Смотрите, ведет куда-то. Держите дверь вот тут снизу. Снизу, с другой стороны. Ага. Пошли. Покажешь базу, что нету смысла, и мы уйдем отсюда. Ладно, не хочет показывать. Ткань есть. Ткань? Нет. Ну что, пойдем тогда. Нету смысла, может. Сейчас добьем эти. Кожа нужна кому-то? Нет. Тут вообще мусор. Ладно, все, погнали, у волка встретимся. Только когда будете над волком, скажете, чтобы одновременно okay. зайти. Все, заходим. Заходим. Вульф, следующий по рейду. Посмотрим, что там. Надеюсь, металла не будет. Ой, тут прям разбомблено все. Боже ты мой. Где вы находитесь? Да, там вон металл слева стоит, вижу, полностью. Здесь металла, мы на 3 часа... На 3, да? Металла полно, жесть. Ёлки-палки, здесь вообще прям... А вы где? А мы в центр уже полезли. С какой стороны? А тут, в принципе, все разбито. Да, тут все разбито, кроме металла. Да, ждем бомбу. Вот это я называю... Хороший просто. Все просто в ноль. У главы тоже железка. Да, у них центр оккупирован железом. А вот левый... Что-то тут какой-то странный тип.
Но здесь пусто у главы, все сундуки уже пусты. Можем, конечно, этого вскрыть. Давайте с левой стороны мы начинаем рубить. Посмотрим, что тут. Идем к вам. Камень. Могу рубануть вот здесь. По дверям бьем. Прям везде камень. Рублю. Смотрите, звук поменяли. Металл. По красоте, конечно, сделали. Ну, можем дальше ломать. Но я думаю, опять же нет смысла. Хотя здесь посмотреть, видите, металла у него не хватило, может. Ну, я так предполагаю, потому что металл заканчивается у него вот здесь. Можем попробовать еще мочкануть. Бьем? Давай, если кого есть, бей. Ладно, погнали. Ох. Но я не понимаю, это просто нереально, это жесткий дюб. Вот там вообще комната видна. По всей видимости, дюперы. Но это надо сколько денег вложить, это. Это нереально, конечно. Не, везде, везде, везде бомба. А прикинь, сколько там лута может быть, да? Там еще столько же на дюпана. Но это только бомба северян нас спасет в следующий раз, если они нам попадутся. И не одна, наверное, нужна будет. Ну, я думаю, если бомбу добавят, то нам сделают вайп. Ну, это такое мое предположение. Нет, нет, нет. Нет, все пусто. Да-да, нет смысла сливать. Их рейдили до нас. Смысла нет. Да, вот такие вот, конечно, дела. Если посчитать, то у них там хреновая туча прям. Металла. Жесть. А, вот гроб стоит. Видимо, ненужный какой-то был. Просто скинули. Да, ребята, просто даже не задумываясь о том, что будет тут или нет. Все в металлочка. Да, металл смысла нету. Угу. Хорошая такая семья была. Эх. Прикол, если там в гробах внутри только кости. Тратишь бомбу северян, и потом хоп, тебе кости так. Ладно, вот такой неудачный рейд. Конечно, ждем бомбу северян.